Валерий Сутюшев, старший участковый отдела полиции, пришел в профессию не сразу. В 35 лет решил твердо связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Работа нелегкая, требующая максимальной отдачи, но бесспорно приносящая моральное удовлетворение. И уж если люди просят о помощи, они ее обязательно получат, как бы несложно было решить ту или иную проблему. А их в жилом районе, где и школа, и детский сад, и колледж, всегда много. Общаться много приходится с людьми, потому что в любом случае, по каждому заявлению 5-6 человек надо опросить, это обязательно, чтобы понять, из чего рождается это заявление. А иной раз и намного больше. Назначая экспертизы, рассматривая заявления имущественного характера, где действительно там надо собрать очень много договоров, чтобы доказать, прав человек или не прав. С начала этого года только сюда, в участковый пункт полиции, на Цветном бульваре было подано около 4000 заявлений. И ни одно из них не осталось без внимания. И каждое заявление – это боль человека, рассказывает капитан полиции. Это жилой сектор, это жилой район, где постоянно происходят какие-то бытовые ссоры у людей, бытовые конфликты, которые непосредственно надо быстро очень разрешать, потому что каждая проблема такая может перелиться в очень серьезные последствия. И уж совсем работа участкового не кабинетная, хотя и здесь приходится проводить немало времени. Главное, что люди знают, где искать участковых, и знают номер телефона каждого из них. Реагируют они прекрасно на все. Вот. Так что нам даже не на что пожаловаться на участковых. Всегда с любым вопросом, с мелочевкой, с проблемным каким-то вопросом обращаемся всегда. Есть телефоны, безотказно всегда отвечают нам и помогают. И чтобы не доводить, например, даже бытовую ситуацию до критической, необходима профилактика. Знать в лицо всех и каждого. Это ежедневный труд участкового полиции. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.